главнокомандующий военно-морских флотом Российской Федерации. Государственный флаг на корабле проекта 11430 спущен. Командир российского экипажа корабля проекта 11430, капитан первого ранга Рябко. Ladies and gentlemen, what you've just witnessed is the handing over of the Russian flag by the Russian CEO to the Chief of Naval Staff of the Russian Federation. May I now request all dignitaries, ladies and gentlemen, to occupy their seats. Дамы и господа, сейчас вы наблюдали церемонию спуска российского флага, и флаг был передан главнокомандующему военно-морским флотом Российской Федерации. Пожалуйста, займите свои места. May all request Captain Suraj Reddy, the commanding officer, to the dais for reading out the commissioning order.